Сейчас быстренько проверим. Так, сейчас быстренько это проверим. Ася. Это Ася. Почему? Потому что он при мне в Снорвакса сейчас превратился. Хорошо. Я по таймингу что ли? Чупикс тут. Опа, люк, это голландский. Он уже понимает. Спаси и сохрани. Больше не хочу, да. Бля, аминь. Дайте Снорлакса, плиз. I wanna be a Snorlax. Здравствуйте, Литпут. Шупа. Выполнил прикол. Закачка. Ланский, ураган. Где Чупикс? Чупикс на камерах. Сейчас сюда нельзя выполнить. Так, в доме немножко мешкается, надо за ним присмотреть. Так, Аси побежал на правую часть, там Чупик стоял на камерах. Надо это запомнить. Аси. Посмотрел, видимо. Так. Чупик с кофе. Аси на закачке. Блин, так прикольно, пиздец. Атмосферная карта. Так, тут надо с ураганом. Так. Это либо голландский, либо Аси, либо голландский, либо Аси. Ага. Я уже давно с левой стороны. Вверху справа, окей? Смотри, я видел сейчас, что ураган, знатый Джонни вместе бегают. Угу. Я на камерах с тобой, если что, стоял сейчас. Скажу, смотрел в камеры. А где килл по локации? Да. На камерах. Я сейчас скажу, на камерах прям килл. Короче, я смотрел на камеры. А, это камеры. Сейчас можно. Да. Это так я стоял вместе с Чупиксом и смотрел в камеру. Ну, давайте просто трахикнем. До конца, да? Давай. Договори. Да, я договорю. Короче, смотрите, как было. Я постоянно смотрел, кто пробегает около меня. Там пробегал Аси в разное время, кофе, голландский, Джонни и Ураган. Сейчас вот на камерах я смотрю, Джонни, Ураган и Знат вместе бегают. Я раскрываю камеры, я постоянно там чекал. И смотрю, около меня труп кофе. А не может быть, Доми, ты где был? А, я был в левой части. Смотрите, один момент. Он файлы качал. А меня ты как не видел, если я рядом с тобой, Чупик, стоял на камерах? Я тебя видел до... Нет, ты сейчас говоришь, ты... Так я до конца стоял, до самого. А ты труп не видел, хочешь сказать сейчас? Я в камерах стоял, вот до конца. Ты нажал репорт, я стоял в камерах. Короче, давайте после Галача Аси выкинем. Почему это? Я нормально... Что ты видел, Чупикс? Ты можешь нормально объяснить? Я раскрываю камеры, труп кофе валяется и Снорлок около меня. Это мог быть любой. Это и Чупикс тоже мог быть, если что. Это мог быть любой, который рядом пробегал. Ты меня не видел, потому что там Снорлок стоял или что просто? Я стоял на камерах с тобой. Не, я тебя не видел, когда разворачивал. Мне Галыч показался подозрительным, когда я там подходил из пробирки сдал. Он стоял как раз в уголку и за деревьями прятался. Подожди, голландский, если ты реально видел меня, ты должен был видеть труп, почему ты не репортнул тогда? Я видел тебя, когда на камеры подходил, а потом не видел тебя. Это может быть самый репорт будет еще. Я же стоял в камерах до конца самого. Джонни, я не выходил из камер просто. Любой другой мог подбежать и убить, на самом деле. Не стал бы. А я не смог почему-то второй килл сделать. Так я про это и говорю, непонятно, как за него играть. Да, я типа убил кофе, превратился в Снорлакса и хотел путь перегородить, а Чупикса задавить. А он не давит, он ничего не делает. Так в том-то и дело, что давайте потестируем, как он работает нормально. Есть смысл прямо на камеру? Давайте прямо сейчас быстренько на камеру встанем. Просто быстренько отчекаем все. Так, у меня Олег рядом со мной. Так, бежит Снат на левую часть. Он видит, что камеры работают. Бежит Ася, становится наш фитбокс. Чупикс разворачивается. Надо вот в этой щелочке увидеть этого. Тут Снат. Так, Снат, если еще мы не видим. Тут и Снат вместе ходили. Чупикс у нас стоит. Аси Маслоу. Ураган. Пойдем проверим. Вот знатик. Внизу похоронил Литпута, да? Сейчас быстренько проверим. Так, сейчас быстренько это проверим. Ася. Это Ася. Почему? Потому что он при мне в Снорвакса сейчас превратился. Хорошо. Я по таймингу что, что ли? Ищем следующего смекалицу. Я сам увидел, там Снорлакс появился между нами, между тобой и между... Как Снорлакс? Подожди, смотрите, мы с Аси выполняем кометы. Я с правой стороны, я пострелял, я ушел, и там появляется Снорлакс, я тебе серьезно говорю.
Я еще знато видел, он снизу пробежал. Там одно единственное, можно фейка кидать рядом от собой. Ребят, я знаю, кто, если это не Аси, давайте, быстренько. Смотрите, если сейчас, был Снорлакс, и это не Аси, если сейчас был Снорлакс превращение, и это был не Аси, то это точно не кофе, не Доми, не Голландский. Это не кофе, не Доми, не Голландский. А почему не я? А я тебя не видел. Он нас на камерах видел, а тебя нет. Я Доми, я убежал, да, типа, меня знато. И знат побежал. Ни Доми, ни Кофе, ни Голландский, никто еще. Ну я говорю про короче, если не Аси, то это знат. Не Аси. Могу быть я, это Джонни. Который просто хочет нас перевыкидывать. Если что, нажмите потом на кнопку. Перессорить, да, хочешь? Я нажму. Да. Перессорить. И не, он хочет повыкидывать, чтобы мы сами себя повыкидывали, а он такой тепленький, в конце 2 кило сделал и выиграл. Давай повыкидываем, знат, почему ты не хочешь, чтобы мы повыкидывали? Ну меня зачем, если я мимо? Ася, что ты меня не убил? Ты просто сел, блядь, и всё! Нет, это не я был, это клон, блядь. А нахера ты его поставил? Какой клон-то? Да чтоб заблочить, я же не знал, что сейчас кто-то в тайминг нажмет кнопку, блядь. Я хотел его поставить и убить тебя. Я хотел его поставить, убить тебя и дальше идти, блядь. Самая короткая игра. 2 минуты, Ася. Пиздец, блядь, не дали нам. Может, 2 Снорлакса хотя бы поставим? Ася, что-то у тебя хуже, чем у меня получилось. Там будет по-другому, или там будет один импостер, другой Снорлакс. Так, бля, тайминг, бля, пиздец. Ася, да ты и так каждую игру за Снорлакс. Бля, пиздец, ебать, по таймингу, походу. Да, вот это хотел сказать. Ебать. Сука, нахуй ты нажимаешь. Ну чё, кто следующий смекалистый там? Кикаем, Джонни. Шучу. Так, ладно. Я не Снорлакс. Голландский Ася, Ураган, побежали туда. Если где-то, блядь, хоть, сука, намёк на Снорлакс. Ураган пошел туда. Ничего не закрыто тут? Ураган Аси Доми. Чупикс тут. Опа, люк. Это голландский. Блядь, он уже понимает прекрасно. Кто? Сам скажешь. А через забор там перепрыгивал? Это знат. Не-не, сам скажешь, брат. Да, я. Не ты. А кто тогда? Да, это я. Джонни байтит. Не, я знаю, кто это. А, да? Ну, говори. Ладно, это я. Не-не-не. Шучу, не. Кэллыч, размейте, пожалуйста. Кэллыч, размейте. Кэллыч. Хитрый систему решил, что ли? Кэллыч. Какого там Снорлакса превращаться? Кэллыч. Ну чё ты, ну? Он сейчас сгорит. Да чё с вами играть? Как сами играть? Как тогда бомбанёте? Бей рекорд, как ты там говорил. Пика-пика. Джонни, ты можешь просто с закрытыми глазами играть? Да забей, я кнопку перепутал, и вместо того, чтобы его убить, на открыл карту. Типа, и он просто убежал от меня. Дёру дал, да? Куда? А я побежал. Это пиздец, типа, ну это бред полный. Это тупо мисклик вообще. Ну типа это полный. Сам зафейлился. Дайте Снорлакса. Стоп, подождите, убивать можно только в Снорлаксе, да? И так, и так. Нет, и так. А какой КД на килл у нас? 15. Короче, не судьба сегодня мне быть Снорлаксом. Ты дебил. Ой. Бля, вот тут задание такое ебанское. Я так понимаю, его сверху надо выполнять. Бля, вообще смех. Я через эти листья пытался. Здорово, Роган. Бей меня, если ты импост. Листья, бля. Ух ты. Да. А, труп Аси, там, где нужно кораблик прокрутить, типа, до конца. Ну, вы поняли, типа, он волной да, такой. Да, да. Справа, mm-hmm. справа, там, где саботаж, недалеко. А, стоп, это слева же. Это возле камер. Это слева. Это слева. Нет, кораблик камеры. Слева, сверху. Это где мы с Ураганом сейчас были. Да. И со мной. Вот все. Нет, там, значит, может, не то задание. Ну, короче, там такая большая херня. Справа по центру, в общем. Я понял. Где саботаж? Это прицел. Это прицел. А, это прицел? Все, понял. Да, это под камерой. Литпут починил саботаж, убежал вверх, и примерно там же труп был, поэтому, ну, я не знаю, типа, странно будет путу чинить саботаж, если он там труп сделал. Ваши все, что я видел. Слова, пожалуйста. Ладно, почини на всякий случай. Ну, может. Литпут. Но он вернулся что тоже в ту сказать? Сторону. Литпут, ты видел кого-то? Литпут, вы признаете? Я видел голландский, потому что он чинил саботаж со мной, и все. А, голландский тоже починил. Я видел глаза Аси, когда его ножом резал, он прям хотел. Да, вот прям возле верхнего. И он еще сказал, голландский сволочь, он вот так крикнул. Он предатель, опять. Ну тогда он не был. Ладно, Аси завещал, ладно, что Олег. На голландского выкинуть. Это я. Короче, я в носатого тогда голосую. Я тоже в носатого. А какого вы думаете сами?
Ебать, разброс огромен. Я тоже в носатом. Ты что, слышишь, офигел, а? Ебанутый. Вы гоните, что ли? Я сам себя прогнал. Блин, Джонни, прости, пожалуйста. Ой, суки. Так он импостер, что ли? Опа. А, Олег, потому что. Ты, сука, еще и импостером был, блядь. Ты еще, сука, и импостером был, блядь. Ну, конечно. Блядь. Ладно. Бля, будет смешно, если, конечно, опять из люков как-то. Бенс. Ну, блядь, опасно бенс, ладно. Заебись. И тут. И тут здесь. Люки не открывались. Ебать, охуенно, два задания одновременно рядом. Бля, там, наверное, миллион снорлоксов уже стоит. Ланский пробегает. Аси пробегает. Кофе пробегает. Так, Литпут как-то странно нас метается. Хотя нет, взял задание, нормально. Короче, там надо посмотреть у нас на урагана Саси. Если кто-то из них умер. Надо сейчас быстренько пропалить. Так. Литпут. У нас кто-то снорлок закинул. Пацаны, на камерах. Вы же только что смотрели сейчас. Он же в этот. Он же в... Я лишь одно хочу сказать: у нас человек 5 на камерах, наверное, стоит. Нет. Я с самого начала там стоял. Короче, Чупикс, а задание кто-то выполнять будет? Сейчас же только что. А что за снорлоксы вообще посередине дороги, которая ничего не перекрывает? Короче, просто. Так ты станутрящий вы чё. Я могу сказать, что ураган правильно последовательность выполнил. Вы же на камерах только что стояли. Я ушел, когда Литпут стоял в этом поке-хуйне, когда он выполнял задание. Я ушел, типа, вы же смотрели. Я на камеры не смотрел, только доме смотрел. Доме? Ну, я как бы смотрел в камерах, но не наблюдал. Блядь, что-то ураган бегал, что-то еще кто-то. Ураган и кофе рядом были. Ну, вы понимаете, ураган Саси был. Короче, я Саси, да, был. Может кофе быть. Только, может быть, он растерялся, когда у нас фейк появился. Это может быть. Я кофе только что видел. Я знаете, что думаю? Я думаю, можно делать два предателя. Ну, один будет с Норруксом, другой будет с Норруксом. Да, мне тоже кажется. На. Было неплохо. Пока голландский. Ладно. Ладно. Давайте голландский. А я... Да я скипнул, я скипнул. Ага, все, это гау. А кто тогда это, блядь? Гау. Слэкджики. Это не... Так, Чупик с вами выполняет задание. Окей. Кто это мог дождаться выключения камер? И убить быстренько Литпута? Блять, вот просто в секунду, когда я отвлекся. А, реально гал, блять. Уяса, блять. Наконец-то его кто-то убил. Че? Это голландский. А где труп? Сам репорт, мы не занимаемся, да, голландский? Труп на было? Этом, в верхней части карты слева. В верхней слева? Ну а вот вторая, перед... у нас две половины. Олег, вот смотри, ты сейчас был, стоял возле Снорлокса, ну, да. То есть заблоченного Снорлокса. Да. Ты флейту ждал, да? Да. Окей. Да. Ты видел, кто его поставил, потому что от тебя голландский отбивал? Нет. Вот Олег, с твоей стороны, нет, с твоей стороны голландский отбегал. Не знаю. Так этот Снорлокс там стоял еще с того раунда, если что. Прям посередине? Да, с предыдущего раунда. Я про него и сказал в прошлом раунде, кто ставит Снорлокса. Все правильно, ребята, все верно. Чупик, ты не помнишь, кто убегал с Джонни? Мы же там пересеклись. Джонни, я, ты и кто-то еще. Скорее всего, мог еще и знат убить на самом деле. Но это винты еще не был там, я справа вообще-то о чем. Ты что там делаешь? Задание с вышки, и мне надо метеориты сделать, я не понял, как туда пробежать. А где обход, с какой стороны? А? А? Как метеоритом попасть, скажите мне, я не могу путь найти. Какому заданию еще раз? Метеорит. Так метеориты как раз за Снорлоксом и стоят, по-моему. Справа там, с камер нужно. Нет, это камера, с камер прям. Ах ты гребаный скамер. Ага.
Подожди, метеориты короче, на улице не задания, алло. Я ничего не видел, никого не трогал. Ну Гриша. Уже два раунда подряд. Да, согласен. Гриша. Пока лучше промолчу этого. Олега еще выгоним просто. Блядь! А что, я мирный? Можете выгонять? А может быть и голландский. Можете выгонять меня сколько хотите. Ну-ка, сейчас отъедет у нас... Нет, не отъехал. Ладно. Так, ураган чинит свет, идет голландский. Никто не проверит! Всем похуй! Опа, здрасте. Ебать, проход закрыли, флейту ждут. Опа! Пошли, пошли, пошли. Опа! Опа-на! Ура! Ничего себе! Ясно, Олег, как это так? Я перед голландским использовал флейту и убрал Снорлокса, так что не надо. Да, он убрал того, который вот этот слева стоял. Карточки, кстати, я не понял, зачем ты его... Я не понял, зачем ты его убрал, потому что я вокруг него такой оббегаю, думаю, странно, он же... Ну просто хотелось... Значит, это голландский. Скорее просто хотел только что появился. Аси при мне тоже убрал с помощью флейта этого Снорлокса. Так труп недавно появился, понимаете? Точно не. А не было трупа, когда я на камеру побежал. Доме или знат, значит? Короче, ты... Нет, смотри, в доме бегал с Чупиксом вместе, я на камерах это видел. Только что мы даже встретились. Да-да-да. Короче, либо знат, либо кофе подбежал, когда я труп нашел. Это, скорее всего, голландский. Я уже давно подозреваю знат по одной причине, потому что он хитрый. А кто на камерах стоял? Потому что я сейчас был в здании, которое... Сейчас, братан, подожди. Сейчас я договорю. Объясню, почему знат хитрый, потому что он раньше свою тактику спалил тем, что нужно убивать первым Джонни, и вот он и его грохнул. Чё к чему? Это значит, первым, сам Аси, значит. Тебе выгодно. Кто на камерах был? Чё врёт? Я сейчас, я только что убрал сейчас Снорлокса. В здании влево, что? Если чё. Чё, им почта не может убрать Снорлокса? Нет. У него нет. Алло, влияния. Кто на камерах был? Я был на камерах, я видел доме. Ну, тогда ты видел, что я в левом здании был. Ты ближе как раз тогда к нему. Никого я больше на камерах нет, я тебя не видел на камерах. Короче, давайте шоу. На втором этаже камера не захватывает разве? Не мудрите, второй этаж камера не захватывает. Не мудрите, давайте знаты и голландскую почту. Зачем? Аси, это сам Чупикс или Аси? Алло, вы чего-то ерунду сейчас скидываете. Нет, Аси при мне убрал с этого. И что? Может быть, вы вместе одновременно флейту нажали? Я не использовал флейту в этот момент. Забейте, мы выиграли уже. Ну да. Потому что сейчас кикнут голландского и GG. Вот Снорлок стоит. Это с ником голландским. Он будет спамить, видимо, пока, да, чтобы не заметили. Ебать, гениально. А кнопка-то пропала, блядь. Ах ты такая тварина, блядь, на чёрном нахуй. Да, согласен. В смысле, Аси при мне убил сейчас Чупикса, который на кнопке стоял. Мы стоим с Чупиксом, короче, возле кнопки, он ставит Снорлокс на кнопку. Да, это тоже странно, голландский бегает, останавливается и саботаж срабатывает. Ты зря убил сейчас Чупикса, блядь. Я же труп смог взять. Голландский, значит. Кофе, скажи мне, пожалуйста. На самом начале с ураганом меня кидали. Ты же с самого начала видел, что я Снорлокс. Нет. Нет? Что? Я думал, вы рофлите весь раунд. Как я должен был это увидеть? Я с самого начала говорю, что это голландский, когда он присел по морали, когда я первый раз... Это, короче, кнопки работают через жопу. Типа, ты если выбираешь Снорлокса поставить, у тебя рандомно срабатывает любая кнопка. Типа, я Джонни вообще репортить не хотел. Я выбрал Снорлокса, поставил его, ну, типа, выбрал, навел мышкой на Джонни. Нажимаю на Джонни, срабатывает репорт. Короче, чё? Да. Потом, короче, просто ты не можешь не убрать этого Снорлокса, если ты его выбрал. Галыч, чтобы ты понимал, в обычном Амонге, когда ты наводишь на труп и нажимаешь кнопкой мыши, то репорт работает. Да. Я первый раз слышу просто про это. Ну, типа, и чтобы вы понимали, ты не можешь сбросить Снорлокса. Ты должен сделать какое-то действие, типа.